Приветствую, друзья, вас на канале Коллекция монет. Следующая биметаллическая монета, монета Мексики. Номинал монета 5 песо, год выпуска 2010. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо нержавеющая сталь. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу монетное. Вес 7,7 грамма, диаметр 25,5 миллиметров, толщина 1,9 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Мехико тиражом 10 миллионов экземпляров. Вышла данная монета в составе серии монет 200-летия независимости, о чем гласит вот эта надпись вверху по окружности, и посвящена мексиканскому революционеру и политическому деятелю, одного из лидеров повстанческого движения в войне за независимость Мексики, которая проходила в период с 1810 по 1021 года. Зовут его Висенте Рамон Герреро Сальданья, или как здесь написано внизу под портретом, Висенте Герреро. Командовал он партизанскими отрядами в эту войну. И даже в 1829 году, в течение года, чуть меньше, занимал должность президента Мексики. Однажды отправленный уничтожить отряд Герреро перешел на его сторону и совместно начал бороться против испанского владычества. С 1 апреля по 17 декабря 1829 года он, как я уже сказал, занимал пост президента Мексики. В период его президентства был принят закон, отменяющий рабство. Ну и свергнут он был в результате государственного переворота в декабре 1829 года и прихода к власти консерваторов. Ушел в горы, продолжал борьбу, но был обманом захвачен в плен и расстрелян в 1831 году. В общем-то, портрет данного товарища. Здесь название серии 200-летия независимости. Внизу надпись «Мехико 2010». Под портретом имя и фамилия Висенте Герреро. Номинал 5 песо. Год чеканки 2010. Знак монетного двора. На оборотной стороне все как обычно. Герб Мексики с названием страны. Стоимость данной монеты средняя составляет 150 рублей. И может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. На этом все. Всем пока и удачи. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего.